Осень в полном разгаре. И я весь в работе. Вот еще нашел досочек на заброшке. Заметили, я все на заброшках нахожу. Какие богатые заброшки. Красотища. И воздух такой осенний. Листьями пахнет. Вообще шикарно. Вот такую я погоду обожаю. Просто слов нет. Так, ну что, еду в сторону Землянки продолжать работу. Сегодня хочу засыпать остатки козырька и замаскировать ее. Вон тут речка у нас течет. Вот еще одну нашел заброшку. Я думаю, здесь тоже можно будет взять что-то. Вот доски какие-то есть. В общем, в будущем сюда заеду. Вот доски, но они обломанные. Как раз лестницу обшить, я думаю, таким материалом можно. Так, что у нас тут еще есть? Вот так вот тут все. Крыша вся разобранная. На ней тоже есть дощечки, но я думаю, они гниловатые. Сколько лет под дождем, по-любому они утратили свои свойства быть крепкими. Так, а вот тут у нас что? Тоненькие какие-то дощечки. Очень тонкие. Мне потолще нужно. Ребята, вот зашел в подвал тут. У одного из зданий. Смотрите, что тут нашел. Гильзы отстрелянные. От калаша похоже. Все ржавые. Смотрите, сколько это гильз. Ну, обалдеть. Вот такая вот тема. В подвале. Прям целая куча их. Смотрите, сколько. Здесь тоже. Вот они. Все отстреляны. Это какие-то колпачки тут. Да, чего же они похожи? Блин, похожи на противогазные были колпачки. Или еще от дымовых шашек, что ли. Да, вот от противогаза шланг. Да, это противогазные. Нормальный ящик. Можно забрать. Так, на выход. Яма какая-то. Ого. Да тут этих ящиков целая тонна. Ну тут всяких дощечек разных полно. Блин, ребят, что же я сюда раньше не заехал? Все как-то мимо, да мимо ездил. Сегодня решил заехать, глянуть. Для хранения. Блин, прикольно. Может, с них что-нибудь придумаю. Вот побольше дверцы есть. Пока ничего не буду придумывать. Буду знать то, что здесь есть. Такие вещи. Палеты вот можно разобрать. Ну, в общем, дощечек здесь можно набрать всяких разных. Только мелкие, конечно, они будут.
крупных нету. Это плохо. Фанера есть даже. Блин, прикольно. Ну, в общем, есть с чего мастерить землянку. Так, ну что ж, я вот закончил засыпать землянку. Вот так вот получается. Сейчас надо будет замаскировать тем же способом, что и в прошлый раз. Брать лопату и срезать почву. Так. Ну, вот так вот, в общем, получилось. Вот такие вот дела. Ну, вроде неплохо. Ребята, немного отдохнул, немножко помечтал. Теперь пошел добывать маскировку. Вроде нашел небольшой пласт. Сам хом с клевером срежу. И потащу на базу.
Я думаю, сейчас я сниму этот пласт мха с травой. Ну, думаю, к следующему году, к осени, либо через год уже тут все зарастет. То есть природа сам возьмет свое. Так что я думаю, ничего страшного. Не наврежу я своими действиями лесу. Вы как считаете, напишите в комментариях. Или весной я даже сюда приду и засею травой. Насыплю семена и пусть трава взойдет. Скажем так, восстановлю немного флору леса. Первый квадратный метр готов.
Ну вот я ее почти сделал, все. Осталось в сторону. Так, отлично. Итак, получается у меня вот такая вот земляночка. Сейчас я вокруг нее обойду, покажу вам. Сделаю такой краткий обзорчик, мини-обзорчик. Ну, я ее почти все замаскировал. В общем, сегодня все, что хотел сегодня сделать, сделал. То, что было запланировано. Осталось немного так до ума довести. Считаю, что к зиме готова она. Вот тут вот, не знаю, что буду делать, пока еще не придумал, но тут надо тоже закрывать вот эти вот две стороны и, скорее всего, еще делать такую дверь, такую легкую, с дощечек. Ребята, я решил растопить печку, немножечко прогреть землянку. Вот такая вот у меня тут обстановка внутри. Еще доски под лежак у меня уйдут. Столик планирую сделать здесь. Небольшой, скорее всего, вот там. Ну а так вот такая сейчас атмосфера у меня тут, скажем так, небольшой бардак. Здесь я дрова приготовил. Давайте посмотрим, что у меня там печечка как греет. Отличник. Аж гудит. Уже в земляночке теплеет. Печка примерно нагревается около часа, но зато потом отдает тепло прилично. В течение долгого времени я уже тестировал. В общем, вот так вот. Там еще у меня дрова лежат за окном. Надо занести будет. Здесь еще дровишки. Ну, в общем, вот так. Лампа суперская. Вообще радует. Выключил. Без проблем включил. Поменял режим. Темнее, светлее. Печурочка греет. Нормально. Ну что же, надо перекусить немного. То есть сегодня ничего не ел. Вот. Строительство землянки подходит к завершению наконец-то.
Ну, еще кое-какие тут работы будут у меня, но самое основное, самое тяжелое, самое трудное уже позади. Так что я доволен. Вообще доволен. Щенячья радость. Так вот у меня тут внутри. Теплым тепло. В землянке. Разделся до футболки. Снял куртку. Снял толстовку. Тут у меня береста, печка греет огонь просто. Дверцы горячие, не буду трогать. Это у меня замок временный пока. Чуть позже сделаю, будет время. Внутрянкой, когда займусь, все сделаю. И замок сделаю, щеколду вставлю. Но замок, скорее всего, не буду делать, щеколду вставлю. Чтобы закрыться снутри. Снаружи пусть оно всегда будет открыто. Не буду закрывать вообще. Как тут тепло вообще, ребят. Просто сегодня хочу здесь остаться. Но навряд ли, конечно же. А так, если было бы время, я бы остался в любом случае. Сейчас перекушу и двину домой. Супер, все шикарно. Так, ну, перекусить надо. Сегодня у меня бутерброд и яблоко. Еще я взял с собой термос с горячим чаем. Какой же он вкусный. Ну, в общем, ребята, оставайтесь у меня на канале, ставьте лайки, не забывайте комментировать. Ребята, с вами не прощаюсь, ждите новых серий. Всем удачи!